Всем привет! Решил осуществить свою мечту. А если быть точнее, то построить бюджетную, долговечную террасу с бассейном. Главное условие – она должна быть крытая, соединяться с домом и чтобы бассейн был с комфортной теплой водой, то есть с подогревом. Сразу хочу сказать и поблагодарить моего тестя, который мне помогал в реализации моей идеи, так как одному осуществить эту задумку очень проблематично. В общем, я начинаю, ну а вам желаю приятного просмотра. Из материала для изготовления каркаса я использовал профильную трубу, уголки и швеллера. Так как проект довольно бюджетный, то для обшивки стен и крыши был применен профлист и поликарбонат. Ну а для надежного соединения всех металлических узлов мы использовали компактный и недорогой инверторный сварочный аппарат. Каркас ступенек решили сделать из уголка, а сами ступеньки из полимерной тротуарной плитки. Так как мой участок, где построен дом, идет под большим наклоном, то пришлось его выравнивать и устанавливать мощные столбы для будущей площадки, на которой и будет установлен сам бассейн. В качестве таких столбов я использовал швеллер на 15 сантиметров. Длина каждого столба составила 1 метр. Для их монтажа выкопали ямки на глубину 60-70 сантиметров и, опустив туда швеллера, забетонировали их, предварительно обвязав 70-м уголком. Когда каркас основания готов, нужно подготовить опалубку для будущей бетонной стяжки, которая будет армирована. Берем доски и подшиваем их снизу площадки, предварительно просверлив все уголки и швеллера. Так как бассейн будет за подлицо с полом в террасе, то для этого из профильной трубы размером 50 на 25 нужно согнуть форму бассейна, он будет круглый. Но и заодно сделать дуги для крыши, они будут полукруглые. Благо, это очень легко сделать с помощью трубогиба Gibbon, который я приобрел уже давным-давно и пользуюсь им постоянно. Он имеет цепную передачу и, как вы можете наблюдать, без проблем справляется с такими задачами. Кому интересно, где его приобрел, ссылка будет в описании под видео. Обвариваем весь каркас для будущих стен и крыши, а также заливаем стяжку
на верхнем ярусе, где терраса, и на нижнем, где будет установлен сам бассейн. Чтобы защитить всю конструкцию от коррозии, ее нужно покрасить специальной краской по ржавчине. Для этого я выбрал грунт эмаль 3 в 1 серого цвета. На верхний ярус, который предназначен для террасы, было решено уложить полимерную тротуарную плитку. Как нельзя кстати, мне пригодилась старая пластиковая дверь, которая уже давно пылилась у меня в сарае. Сейчас мы ее установим на террасу. На бетонное основание, куда буду устанавливать бассейн, решил постелить пеноплекс. И вам советую. Объясняю почему. Во-первых, этот материал имеет низкую паропроницаемость, которая не дает материалу поглощать влагу. Во-вторых, пеноплекс имеет низкую теплопроводность, благодаря чему ваш бассейн не будет быстро остывать. Также этот материал выдерживает большие нагрузки на сжатие, имеет средний ценовой сегмент. И самое главное, это долгий срок службы от 50 лет.
После установки бассейна можно перейти к обшивке стен. Еще раз повторюсь, для этого я буду использовать поликарбонат и профлист. Песочный фильтр и котел для нагрева воды в бассейне я расположил под террасой, сделал туда отдельный вход и дверцу. Лестницу, которая шла в комплекте с бассейном, пришлось маленько модернизировать. Отрезал половину, приварил пластинку, покрасил и просверлил два отверстия, чтобы в дальнейшем ее закрепить. В общем, друзья, в итоге получилась у меня вот такая вот терраса с скрытым бассейном, который обогревается. Теперь Турция находится у меня дома. И жена с детьми довольны до безумия. Так как мы живем в Алтайском крае и климат у нас, мягко сказать, не очень, то такой вариант самый идеальный для этого региона. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, моя идея вам понравилась. Всем пока-пока!